Доброго времени суток. Рассмотрим очередной коучинговый вопрос. И сегодня рассмотрим следующий вопрос. Он звучит следующим образом. Для меня то, что вы сказали, разные вещи. О чем здесь этот вопрос? Что он дает клиенту и коучу? Давайте рассмотрим. Для клиента, прежде всего, это попытка, это возможность расширить свою картину мира. То есть коуч предлагает немножечко, по-разному посмотреть на то, что озвучил клиент. Дальше, после вот этой фразы, для меня вот это то, что вы сказали, разные вещи, обычно идет пояснение. Вот там А это вот такое вот, и Б это вот такое вот. То есть уточнение. Фактически коуч дальше по-хорошему в большинстве случаев уточняет. Ну, если это непонятно из контекста, скорее всего, для клиента это может быть непонятно, но иногда на самом деле только само вот это обозначение, что вот А и Б разные вещи, да, клиент может сам это прекрасно понимать на самом деле, и даже без пояснений. И вот эта вот сборка вот этих вот А и Б, подтягивание и резюмирование, что они разные, сам этот факт уже может являться определенным такой вводной для клиента, которая заставляет его задуматься, потому что клиент может про А говорить где-то там первые 5 минут, а как бы про Б говорить там третьи 5 минут, да, там в конце 15 минуты, например, да, и он уже может забыть, что он говорил про А. И вот это вот сопоставление, что то, что вы говорите, для меня разные вещи, как вам, еще в дополнение вот этот вопрос, он, собственно, показывает клиенту картинку целиком в компакте, в части вот этого противоречия, либо вот этих вот, вот этой вот разницы между А и Б. Коллеги, я еще раз повторю вопрос, то, что вы сказали, для меня разные вещи, как вам? Всем добра. Пока-пока.